сегодня проходит ежегодный турнир на призы спортивного клуба «Патриот». Это уже стало достаточно долгой традицией, потому что ежегодно собираются лучшие спортсмены нашего клуба, лучшие спортсмены края, и совместно вот проходит такой турнир. Наши спортсмены показали отличный результат в сегодняшних боях в связи с тем, что они, наверное, с самого детства уже занимаются в нашем клубе, ведь это принципиальная позиция нашего руководителя Владимира Николаева, что детский спорт должен быть доступным, поэтому дети самых разных возрастов начинают заниматься здесь боксом. Да, я занимаюсь уже боксом лет 8. Бой-то, наверное, уже за сотый перевалился, не считаю бои. Это первый, считай, мой первый, второй, точнее, бой мой по взрослым, по мужикам, как бы тяжеловато чуть перестроиться. Хорошие впечатления, очень такие радушные. И сегодня, вот честно, на ринге победил сильнейший. Отдана победа именно вот по честности боев, по своему вот совокупности. Они, ребята, каждый стремился выиграть, потому что были призовые у них, видать, там деньги. Вот. Но победил сильнейший сегодня, на данный момент. Каждый год они проводят турниры и ходим, посещаем. Очень познавательно. Но в этом году, правда, не участвовал в боях. Болеет, палец до этого сломал. В том году участвовал. Немножко другая обстановка была, ну, другие бои. Это у нас традиционные мероприятия, они проводятся каждый год. Мы стараемся подбирать достойных соперников, не слабых. Бои, вообще-то, все были очень зрелищные, очень такие интересные. Юноши, которые боксировали, тоже показали такой хороший бокс. Будем работать и будем выращивать победителей вначале, а потом чемпионов. Клуба «Патриот» мы приносим огромнейшую благодарность Владимиру Викторовичу Николаеву за помощь, за содействие. Ну и вообще этот вечер организовал он, провел он, профинансировал он. Очень его благодарим за эту помощь.